Рассказываю, как я себе замутил держак, короче, вместо тройника. Ну, в общем, просверлил отверстие вот здесь вот, сюда. Здесь отверстие с резьбой сделал. Сюда будет кабель вставляться и зажиматься вот этой вот болтом, вот этим вот, который я сделал под отвертку. Чтобы он проваливался вглубь. Для чего это нужно? Для того, что будет одеваться сюда еще шлангочка. Вот. Здесь как бы вот то же самое все. Здесь также отверстие внутрь глубокое. На конце отверстия, на дне отверстия горизонтальное отверстие для электрода. То есть 4 мм сделал, чтобы можно было и тройкой, и четверкой варить. Вот здесь отверстие с резьбой, болт, который будет притягивать электрод. Все, вот такой вот держачок, классный. Я думаю, это лучше, чем тройник этот. Вот так вот затянул. Одной рукой неудобно, сейчас поставлю. Так, видно, да? Вот, открутил, электрод вставил. Можно, он насквозь вот проходит, как бы прям все притянул его. Все, никуда он не денется. Никуда. Жёг, открутил, вытащил. Притянул. Все. Угол можешь уже нагнуть, куда тебе надо. Хочешь, подогни, угол сделай. Вот такой вот держачок. Прикольный. Самодельный. Конец видео. Вот такой держачок получился. Вот так вот. Сейчас мы его испытаем. Thank you.